в богословском подходе, так сказать, какой богословский путь или метод избран. И, ну, мы видим в мире церкви, сперва они рукополагают женщин, потом вводят и другие какие-то обновления, которые я считаю нежелательными. Это одно из нежелательных, по-вашему, обновлений церкви? Я думаю, что это не принесло хороших плодов. Это раскололо лютеранскую церковь в мире, и сейчас довольно много лютеранских церквей уже вводят и венчание однополых паров, и избирали в епископы трансгендерных лиц, и, ну, такой очень левацкий подход к богословию.